Это старый и очень важный фильм. Как построить беседку у себя на даче своими руками. То есть это возможность без кирпича. Ну, вот смотрите, как это выглядит. То есть выварены каркасы, вот выкопаны вот такие фундаменты. То есть эта беседка находится на берегу речки. И вот рядом еще решили сделать дракона. То есть это вот, такой вот такая беседка, собранная с фотографией. Ей там 5-6, ну, эту беседку мы делали 15-20 лет назад. И отсюда начинался делаться парк Вихлянь. Вот смотрите, Лена молодая, я еще как бы при памяти. Вот идет покраска. Ну и все-таки я решил его озвучить. Здесь была музыка, такое клипы. И вот показываем начало нашей деятельности в стране Вихляндия. Смотрите, вот мостик, который идет в беседку. И на беседке такой котик, который приглашает покушать. И рядом два водоема. То есть копались фундамент под эти водоемы. Один водоем 60 тонн примерно. То есть... И рядом речка. Сложность была в том, чтобы он не сползал. Ну, вот эта беседка является фундаментом вот этих водоемов. То есть под беседкой идет такая арматура, и вот арматура, беседка держит вот этот водоем от сползания в речку. То есть уже фотографии 20-летней давности, которые вот он простоял и все выдержало. И вот видите дорожки, цветочники, деревья. Это Козельская, Калужская область. И вот нам повезло на этого заказчика, который... Ну, дал возможность нам реализовать вот свои задумки, и мы проработали до человека 15-16 лет. То есть мы уже как стали родственники. Вот смотрите, что беседке надо. Беседка должна как бы зимняя и летняя. Вот летняя, потому что можно там где-то летом посидеть на улице, видите, такой балкончик, и беседка зимняя. И вот обязательно барбекю, шашлыки, которые вот сделаны вот в таком вот аспекте. И, конечно, свинка может с девочками прийти там попозировать. И вот смотрите, внутрь такое оформление, то есть столик деревянный. Ну, это еще первые фотографии, которые сейчас там гораздо интереснее сделаны. И вот такое дерево, труба камина. И рядом еще можно сделать, ну, такой как бы костерчик для шашлыков или там для шурпы. Ну, вот и радуга здесь. И вот, смотрите, очень много зелени. И он гаражик оформлен. То есть это вот старые-старые кадры. Ну, мне попался этот фильм. Я решил его перезалить, озвучить и рассказать, вот как он выглядит. Смотрите, здесь зима 30 градусов. Все стоит выдержано. А это я небольшую коллекцию беседок, которые приходилось делать вот по таким принципам. То есть оформление арбетона. Вот видите, это беседка без кирпича. Здесь и живопись. Это вот дом. Это дом пирата-маньяка. Ну, есть много фильмов подробных. Это на Канарах такой китайский уголок, китайские беседки. Они тоже без кирпича, без фундамента, просто сделаны на таких сваях забитых металлических. Ну, и вот лестнички такие с дракончиком. Все это можно посмотреть, отдельные фильмы при желании. Можем поисковик набрать и посмотреть, вот видите, китайская на Канарах беседка. А это будем Серпухов, вот такая беседка, где минус 30 бывает, и все это уже стоит там больше 20 лет. То есть, ну, вот первые попытки начать работать с арбетоном, выработать стиль, отношение к этому, ну, к формам. Ну и вот это дизель-генератор. И каждый хозяин так или иначе влияет на вот эти постройки. То есть их взгляд, их пожелания, и это закладывается в мой опыт постройки. Это Кривой Рог, вот такая беседка под бревна. Мы уже начали делать и такие бревна, внизу внутри береза, а наружу такая сосна. То есть тоже попросил хозяин сделать вот такую беседку, которая вот и камень декоративный, и дерево. То есть вот еще мы не умели там камень делать, а делали, какой получится. А это вот Киев. В Киеве такая беседка там у генпрокурора. А это дизель-генераторная в Крыму. Это вот где-то в Задонске такая беседка, тоже без кирпича, детская площадка. Есть такая гора Кудыкина гора. Ну вот, смотрите, вот такой вот интересный обзор.